Сегодня позвонили друзья, пригласили нас покататься на катере. На катере мы всегда готовы покататься. Да. Звоните, приглашайте. Я вообще обожаю. Да, если воду. У вас есть какая-нибудь яхта, мы тоже не против. Да-да. Тига, это к вам? Второй пирс. А это куда ехать? Мы знаем все пароли. В ту сторону, да? Второй пирс сказали. А, ну второй. Прямо и направо. Понял, спасибо. Ребята, такой расклад. Мы приехали на пирс. Дешевых машин здесь нету. Porsche, Mercedes, Audi, BMW. Я дальше не снимаю, там дешевые пошли. Ребята, смотрите, как все шикарно. Ну, в первую очередь, на мою жену. Таня, оставь сумку. Может, а телефоны? А мой телефон возьми. Получишь. Пойдем, Таня, давай вперед. Через дырочку пролезай. Таня, давай через дырочку. Я могу. Рюкзак. Нам бы лишь бы через дырочку. Всем здорово! Набираешь материал для влога? Конечно. Здорово! Я такая не прошла. Она не узнала. Игнорирует ты полностью. Она думала, рабочий я какой-то стоит. Отшвартуешь нас нормально, да? Абрау Дюрсо, пожалуйста. А можно сюда? Да, давай, давай. Нифига себе диван какой. Опа, нафига себе дно какое клевое. Здорово, брат. Здорово. Опа. Чё, как дела? Привет, ну, давай, что берем. Так, вот пилот жрет. У меня только свадьба прошла, короче. Никто не знает. Гриха у нас профессиональный пилот. Ты какие самолеты водишь? Ну, пока еще нет. Рассказывай. Европейский. Аэробус. Прикиньте, аэробус. Вот такая здоровенная хрень. Пока. Ты на вейке будешь кататься? Нету вейка. А, нету вейка, да, так просто? На подушке сяду. А, подушка? Правильно качаем? А, так даже лучше. Блин, у меня нету купальника. Нет. Блин, я в этом. Алло. Да, это так я. Ход руля такой плавный. Может, потому что на воде? А, Nissan, да. Вытаскивал. Короче, ребята, мы на мели. Ну, не в плане у нас кончились бабки, а в плане, ну вот здесь. В прямом смысле слова. Сука, тут мель! Мы ее так долго искали и нашли. Что? И толкать катер? Толкать катер. То мы обычно толкаем. Толкать катер. Вы понимаете, откуда мы будем толкать катер? Петюлечка. Чуть-чуть. Нас вообще пацаны только смотрят. Ну, давай. Покажи уже еще. Короче, Диман, жопу вот того. туда, в ту сторону, да. Вправо, жопу туда. Спасите, брат! Кепку сниму, кепку. Все, давай. Мик, натолкай! Роман натолкать? Да! We'll be right back.
я прыгаю. Давай, поворачивайся. Да нет, нет. Ну ты сама прыгнешь, я нет, просто чуть-чуть подтолкну. Нет, не надо. Давай, как будешь готова. Толкаешь. Ну давай, дай. Стоит, смотрит. Нет, я еще хочу проплыть. Чуть-чуть. Дань, что, без лифчика, что ли? Да. Музыка погромче! А на что ложит? На живот прям? Да, я так. Нет, нет. Только не борщи, Грих! Охеренно! Друзья, вы оставляете свои номера телефона в комментариях. Это очень приятно, мы вам обязательно позвоним. Но давайте так, у нас должна быть какая-то мотивация, чтобы вам позвонить. Напишите помимо телефона еще, почему мы вам должны позвонить. С новых Аллах CS GO. Алло. Алло, это Аллах? Да. Здорово, Аллах. Как тебя зовут? Это Мик, канал Покатушки. Как тебя зовут, Аллах? Это же не твое настоящее имя. Слава? Да. Слав, слушай, а ты откуда вообще сам? Я из Сибири. Сибири? А какой город? Ну, город, как поселок городского типа. Ну, как называется? Промышленный. Как? Промышленный. Промышленный? Да. Ты чем занимаешься, кроме того, что играешь в Counter-Strike? Хожу на спортивно-бальные танцы. Спортивные бальные танцы? Да. Давно занимаешься? 2 года. Вот, молодец, это уже опыт у тебя есть, получается. Участвуешь в соревнованиях? Ну, чуть-чуть. Да. Занимал места? Да, занимал. У меня где-то 15 медалей. 15 медалей? Да. Понятно. А сколько тебе лет? Мне 13 лет. 13. Какие у тебя вообще планы на будущее, на свою жизнь? Ну, поступить в институт, окончить его и уже дальше определиться в профессии. Молодец. Цель есть, значит, к ней нужно идти. Ты... Да. Как тебе наш канал? Понравился? Да. Ну, ты подписался? Да. Лайки поставил? Конечно, под всеми видео. Под всеми видео аж? Да. Красавчик, слушай, спасибо тебе большое. Это очень приятно, приятно было тебя услышать. Давай тогда комментируй, ставь лайки, это нас очень сильно мотивирует, и нам это очень приятно. Хорошо. И, возможно, когда-нибудь мы окажемся у тебя в Сибири, и ты нас встретишь как положено, да? Ну, постарайся. Договорились. Ну все, Слав, давай тебе удачи. Больших побед. Спасибо. Пока-пока. Молодец, да?
Ребятки очень устали, был насыщенный день. Здорово покатались на катере, на подушке. Надеюсь, вам это видео понравилось. Спасибо за просмотр. Поставим лайки, замокрим маечки, прокомментируем видео обязательно. Подписывайтесь на канал, вот что самое главное. Чем будет вас больше, тем мы будем делать больше видео. Согласны? Согласны. Договорились? У-у-у!